Уоррен Баффет провел ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway, на этот раз онлайн. Четырехчасовая презентация в прямом эфире, сессия вопросов и ответов дали представление об инвестиционном мышлении Баффета в период коронавируса. Он уверен в том, что экономика США выдержит эту глобальную пандемию, как и выдерживала все предыдущие кризисы. Более 1 миллиона 200 тысяч человек в Соединенных Штатах заразились коронавирусной инфекцией. Эпидемия привела к общенациональным экономическим остановкам и потере огромного количества рабочих мест. В первом квартале американская экономика пережила самое большое сокращение со времен финансового кризиса. Berkshire Hathaway также потерпел убытки в первом квартале, в основном из-за потерь на рынке акций, которые составили почти 50 миллиардов долларов, что является антирекордом для конгломерата Баффета. В апреле американская холдинговая компания распродала принадлежавшие ей акции четырех крупнейших авиакомпаний США. Это United, American, Delta и Southwest Airlines. Баффет отметил, что этот кризис существенно изменил бизнес авиаперевозок. Акции авиакомпании, которые он сбросил, упали на 70% в этом году по состоянию на прошедшую пятницу. Уоррен Баффет не делал никаких крупных инвестиций в течение нескольких лет, и средства на счетах Berkshire Hathaway выросли до рекордных 137 миллиардов долларов к концу марта. По его словам, причина в том, что он не нашел ничего привлекательного. Баффет считает, что среднестатистическим инвесторам следует покупать широкий спектр активов в течение длительного периода времени, вместо того, чтобы следовать советам по выбору акций. Он заявил, что для большинства людей лучше всего владеть индексным фондом S&P 500. Если сделать ставку на Америку и сохранить эту позицию на протяжении десятилетий, это будет лучше, чем покупка казначейских ценных бумаг. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Что будет после вируса? Какие профессии станут востребованными, а какие уйдут в небытие? Одно можно сказать точно. Настает новая эра. Эра удаленной работы и удаленного обучения. Если вы мечтаете получить новую профессию в сфере IT-технологий, то эти курсы именно для вас. Онлайн-обучение. Грант, покрывающий 85% стоимости курса каждому студенту. Трудоустройство в компанию-партнер при успешном завершении обучения. Перспективная работа в удаленном режиме в соответствии с новыми реалиями. Запись на собеседование в международный IT-колледж Dev Education бесплатная. Записывайтесь прямо сейчас, переходя по ссылке под видео. Позаботьтесь о дне, который будет после.